Добрий вечір, пані та панове! Ми раді вітати вас на 19-й раз, гарним? Ну, привітайте один одного! Це ж вас, свято! Ми побудували тут, щоб отримати нагороди, на які ви заслужили. Дякую, що запросили мене, сьогодні я з вами. Звати мене Володимир, прізвище моє Гонгалюк, ну, а в народі я просто Гонг. Я хотів би запросити Артема Кондрашова, організатора Христианської футбольної ліги, для вступного слова. Хочу поблагодарить всех еще раз за то, что у нас есть возможность собраться такая. Во-первых, хочу поблагодарить Бога. Ну, вы знаете, что я верующий человек. И хочу поблагодарить ребят, кто участвовали и помогали в организации этого награждения. И еще буквально 2 недели назад был вопрос, ну, насколько оно получится, насколько ну, это возможно. Но слава Богу, Бог дает возможность его проводить. Хочу поблагодарить Александра Борисовича Головка, который... вы, но кто прожил 90-е года, тот помнит, он дарил нам радость. Потому что тогда не было столько светлых лучиков в жизни, а футбол тогда собирались и смотрели все, ну, всем домом, кто помнит эти времена. Поэтому спасибо вам большое за то время. Ну и как всегда, я хочу помолиться, и после чего мы начнем наш праздник. Да? Господь, благослови, пожалуйста, нашу встречу, благослови, пожалуйста, наше награждение, чтобы это получился хороший такой праздник, чтобы все были рады, и спасибо тебе за этот сезон, за то, что он удался, и спасибо тебе за людей, которые приезжают и уделяют нам время. Спасибо тебе большое, Господь. Аминь. Дякую, Мартан, сідайте, класні друзі. 19 років підряд ви збираєтесь для того, що ми збираємося для того, щоб отримати призи. Ви знаєте, я, ну, багатьох з вас знаю, бачу старі обличчя і не бачу Васі Гетікова. Немає Васі Гетікова. Він мені завжди, коли мені було тільки 27, зараз мені вже 38, він мені говорив: «Гон, закінчуй, в твоєму віці вже варто закінчувати». Але футбол він не старіє, і ми не старіємо душою. Як сказав Артем, в 90-х я теж був прихильником і плохим фанатом Київського «Динамо», ну, які зараз нам і залишаються, всі ви. І, Олександр Борис, можна вас на сцену? Декілька слів отим хлопцям, всім молодим дітям. Добрий вечір. Ну, я здесь первый раз, и не знаю почему, потому что 19 лет прошло мимо. Вот, наверное, не приглашали, Киевская «Динамо» играла давно. Ну, во-первых, спасибо огромное, потому что, ну, скажем так, времена нелегкие, знаете, а вот Христианская лига, наверное, действительно такое светлое мероприятие, которое... даже в этот морозный зимний день, сегодня 1 декабря, если не ошибаюсь, а вот дает тепло, и тем более такие кубки с чемпионами, с победителями, с призерами. То есть, ребят, поздравляю всех, спасибо за то уважение, которое вы нам оказываете сейчас. Мы пытались в свое время, я как представитель этой легендарной, можно говорить, команды 90-х годов. Вот. Спасибо вам большое. Дійсно, скільки ночей. У мене тут імпровізований такий сценарій, який мені дав Артем Юрійович Кондрашов. Я хотів запросити Влада Канашина, щоб він, ну, я не знаю, співати, я не знаю, ну, співати не будемо сьогодні, да? Ну, декілька слів тоді, Влада, від вас. Дякую. Дорогі друзі, спасибо большое, что есть эта христианская лига, это чудесно. Действительно, уже, как сказал Александр Головко, что это лучик надежды. Я сам из тех еще старых болельщиков, можно сказать, которые катались на колбасе. У нас ходил 30-ка, такой трамвай, там возле Гловского спуска. И когда шли матчи, это было что-то. Я пацаном там облепливали этот трамвай, как мухи. И невозможно было втиснуться туда. И мы подвешивались на этой колбасе и туда ехали к дворцу спорта для того, чтобы попасть. Потом как-то пролазили там на этот стадион и кричали там вместе с болельщиками. Дорогие друзья, футбол – это радость, футбол – это надежда. Для меня футбол – это, знаете, прежде всего взаимопомощь. Я верю, что сегодняшний футбол, он переходит, знаете, от такого материализма, скажем так, просто тупого зарабатывания денег, он приходит прежде всего
переходит такие через все границы такого, такое мероприятие примирения, скажем так. Потому что футбол сегодня смотрят миллиарды людей, миллиард так точно. Его смотрят на всех континентах. И я сегодня особо рад, что можно увидеть христиан, футболистов, которые не понаслышке, но веруют в Господа Иисуса Христа, которые действительно уделяют большое много времени меценатству, которые не просто играют великолепно, обводя там мяч и забивая эти паутинки, но которые прежде всего едут в Африку к больным детям, помогают здесь, на Украине. Футбол сегодня минует границы, как люди, которые верят в Евангелие. Я так помню один момент, когда я приехал в Африку, это было в Китае. И там дети мне начали там, вот у них такие мячики нету, у них таких мячей. Но мы привозили туда такие разные мячики. Но они так какие-то вот из тряпок делают. И они уже такие радостные с этими мячами гоняют. И в них там вообще нет ничего. И я увидел спортсменов, я увидел священников, я увидел врачей, которые действительно людей доброй воли, которые делают что-то, который помогает другим людям. В Евангелии есть такое место, Евангелие от Марка, когда человека, вот собралось множество народа, и Иисус исцелял людей, Он говорил слово, и нельзя было зайти в дом, потому что было очень много людей. И вот Евангелие говорит о том, что четыре человека принесли расслабленного. Это говорится Евангелие от Марка, и они принесли своего друга расслабленного, то есть человека, получившего травму. Не секрет, что в футболе есть тоже много травм. Люди на пике своей карьеры получают такие переломы неприятные, и уже потом карьера футболиста заканчивается. И люди получают не просто травмы физические, но и эмоциональные травмы. И вот там вот четыре человека принесли расслабленного такого человека, и они принесли, но не могут войти в дом. И они раскрыли крышу. Я, читая это местописание, думаю, какая целеустремленность, какая выручка, какая взаимопомощь. Знаете, я уверен, что мы, футболисты, спортсмены, мы не просто, знаете, люди, проживающие жизнь. Мы прежде всего для того, чтобы здесь помочь другим людям. И вот они, как нору, проломали эту крышу и спустили этого человека на веревках прямо к ногам Иисуса. И написано, что Иисус увидел веру их. Он увидел веру их, Он увидел их настойчивость, Он увидел их любовь к людям, Он увидел, что это, Он увидел веру, уверенность, что-то произойдет, если Иисус помолится за него. И вот написано, Он увидел их веру и говорит этому человеку: чадо, прощаются грехи твои, встань. И, знаете, произошло чудо. Произошло чудо, потому что человек исцелился. Помогло. Но прежде всего, дорогие друзья, Иисус увидел их веру. Я вам сегодня желаю, чтобы мы не просто, знаете, кубки это хорошо, но есть награда, есть венцы нетленные. Ради этого, друзья мои, давайте будем жить. Я верю в футбол как игру добрых, отзывчивых, чудесных людей, которые не только мастерски, я уже говорил, повторяю, мастерски владеют мячом, но прежде всего это люди, которые готовы пойти и жертвовать собой для того, чтобы помочь другому человеку. Я вам желаю прежде всего получить веру нашего Господа Иисуса Христа, и эта вера вас никогда не обманет. Даже если человек, бывают разные ситуации, вы знаете это, люди есть люди, но вера, Господь, она будет вести вас по жизни. Для того, чтобы вести вас по жизни, нас по жизни. Я такой был человек, я был, знаете, на Печерске, там все дела, но когда Христос пришел в мое сердце,
он просто перекроил меня. Я начал просто переоценивать другие ситуации. Дорогие друзья, пусть Господь благословит вас. Я вам желаю, пусть вера возрастает, как горчичное зерно. Пусть вера, любовь, надежда сегодня проявляется через наших дорогих футболистов. Поздравляю вас во имя Иисуса Христа. Друзі, ну що ж, ми перейдемо безпосередньо до нагородження. І на цю сцену я хотів би запросити команду New Life. Є ця команда? New Life. І Львівський маєток. Це президент чемпіон, я так розумію, освітньої ліги. Лена, я побудую призив для команди «Сяток». І, Олександр, можна вас теж запросити? Сьогодні вам доведеться трішки попрацювати, повчати. Підіймайте, знімайтеся. Команда New Life. Яка? Всім разом. Давайте New Life не хоче всім, віддайте їм просто. Окей. І... Аплодисменти, друзі, ваші аплодисменти. Команда New Life. За друге місце у Світлій Лізі. Ну, я так розумію, чемпіони, так? Львівський маєток, команда чемпіонів. Капітан? За перше місце, дійсно так? Львівський маєток. І... Давайте спільне фото зробимо всі разом. Куди там дивитися? Дякую вам, хлопці. Ви сідайте, будь ласка. Ні, ви можете залишатися тут, тому що доведеться попрацювати з Юрійка. Мені сказав Артем Юрійович. Артем Юрійович, тут прославці чого не виходить. Ого! Я пам'ятаю, минулого разу був якийсь акваріум, а зараз паки. Дивіться, друзі, зараз ми зіграємо з Олександром Борисовичем ось таку от футболку. Ось таку от футболку. Футболку розіграємо. Артем Юрійович, тут назва команди, правильно я розумію? М-очка розмір. Нормально? Так, і... Спарта. Це Спарта! Спарта! Діма, давай, давай. Я знаю, що Діма, він просто скажений фанат Київського Динамо. Туди Динамо, туди і він. Так, Діма? Я правильно кажу? Хлопці, давайте, з вашого дозволу, можна я з вами сфотографую? Дякую, Дмитре, дякую, що прийняв участь у нашому тренері. Іди в Бога. Ні, ми залишаємося. А далі ми перейдемо до нагородження. Восьмерка, Вісна, призери. Я не знаю, чому ти маєш Самсона. Поки я грав з Самсон, все було добре. Вони десь були там в верхній турнірній таблиці. Перестав грати, і тут тепер Фуршет, Спарта і Березняки. Я прошу на цю сцену команду Фуршет, Спарта і Березняки. Я сюди. І для преси.
все посмехайте, что ты там фотоаппараты, кто сейчас фотографует, щелкает. Третье место! Восьмерка! Весна! Курсет! Команда Курсет! Второе место! Команда Спарта! Дима сегодня не только с любовью, а и с кубком, и с медалями. Кубок, правда, можно вот трешки побольше для Димы, потому что там будет мало места. Ну и чемпионы! Чемпионы! Команда Березняки! Скільки років! Я тебе вступаю, Золотан Леонов и врешті. Я знаю, що у вас, хлопці, є для Олександра Борисовича подарунок, так? А, рук не вистачає, давай я допоможу тобі, давай я кубки потримаю. Ні, ти відкрий, відкрий, покажи, що там, щоб всі бачили. Це календар, який присвячений 20-річчю команди, правильно кажу, Саша? 20 років команда Борисняки грає в футбол. Ось так ось. Візьму я свої призи. Давайте станемо ще раз разом і зробимо спільне фото з призею. Дайте, щоб я помістився так. Можемо розходитись, хлопці, ви сідайте, будь ласка, на свої місця, а ми продовжуємо наш вечір. Слухайте, у нас тут сіла ліга, знову, осінь. Що, у вас тут чемпіонат проходить і осінь, і весною. Добре, на цю сцену я запрошую команди спорти. Правильно назвав? Спорті, я вибачаю. Команда спорті є? Є. Команда спорті УПН. І команда Львівський Маєва. Ну вкотре. Вдруге стали чемпіонами. Виходьте, хлопці, отримали свій кубок. Команда спорті. Так? Отримає свій приз і спільне фото. Спільне фото. Дякую. Команда УПН. Як ще буде? Як розшифрувати УБМ, бо я не знаю. Україна без наркотиків. Україна без наркотиків, ось так ось. Дуже гарно, наприклад, дякую, хлопці. Ну і Львівський Маєток знову. Знову вони, чемпіони, Львівський Маєток. Давайте ще спільне фото зробимо. Или тільки його спільне фото. Сережа, все помечаете? Щелкнет. Дякую, хлопцы, занимайте места в зале, а мы с Олександром Борисовичем будем працювати. А, Стен Юрьевич, я не бачу. А, давайте мы разыграем чашечку, да, Артем? Чашечку. И футболочку. Можно так? Можно? Можно. Добре, давайте спочатку розіграємо чашечку, щоб коли будете пити каву, чай чи щось інше, воду мінеральну. Гарячий, ми тут підігріли трішки. Знову. О! 4 буквы КФКГ. Команда КФКГ. Є представник команди КФКГ? Є. Ну, не жалійте своїх долонь. Сніг на вулиці. Буде гаряче? Охолодити. Є спільний фото. Давайте спільний фото. Ось таку, 12 номер.
Спасибо. А я хотів би запросити на цю сцену зараз тих, хто виявилися кращими під час футбольних змагань. Завжди є, хто грає як я, і є ті, хто грають краще мене. Взагалі, мабуть, всі краще мене грають. На цю сцену я хотів би запросити Помазанов Роман, команда «Фієста». Є? Кращий, але не прийшов, так? Да? Можливо, а він був, так, да, каже? Був. Добре. Лавський Олександр. Є? Артем мені допоможе, тому що я мусив прізвище. Олександр Лавський. Варуса Ніколай. Я також хотів би запросити представника команди «Авангард». Є? Та ні, давайте всю команду. Команда отримала приз глядацьких симпатій. Команда «Авангард», ви не так не виходите. За вас голосували, це краще. А як тут з комітету арбітрів? Комітет арбітрів сьогодні відбудуть. Мабуть, гарно відбудуть. Організатор команди. Команда «Авангард». Давайте спільне фото зробимо. Це всі іпони щелкнулись? Дякую вам, хлопці, сідайте, будь ласка, на ці місця. Ну, а ми йдемо далі, у нас світла ліга «Осінь», група «П», призери. Покров Божий, команда. Є, запрошую на сцену. Команда, яка була друге місце, «Катран». Я так розумію, їх сьогодні немає, так? Да? Команди «Катран» немає, я зрозумів. І команда «Благодать». Чемпіони! «Благодать» стали кращими в сезоні «Осінь», група «П». Команда «Покров Божий» отримує свій приз. Команда «Катран» пропускає. Це у нас хто? «Катран»? Це «Благодать». А «Благодать» отримує свій заслужений приз! І давайте станемо так трішки разом до гурту, щоб це було видно. І спільне фото. Дякую вам, хлопці, зайдете, будь ласка, свої місця. А у нас всі там сльози виявляються є. На ту сцену я хотів би запросити команди, які посіли третє та друге місце у вищій лізі. Команда «Спарта» і «Графіка». «Спарта» виграє все. Підтримуйте нас, хлопці, ще раз ваша послідовна команда. Команда «Графіка» зайняла друге місце, третє місце. Спарта? Спарта? Спарта, представник «Спарта». Команда «Графіка» друге місце.
Кстати, спины плотно. Мы разыграли зараз три журнали, які називаються «Динамо». КЛФК. КЛФК. Клуб любителів Філіпа Кіркорова. Assistant Group. Є хтось? Є! Я пам'ятаю, що це програма. А, у нас турнір зараз. Давайте ще один тобі. УБН! Україна без наркотиків. Я вже беру. Професор Пішкін. Добре, дякую вам за... За вас гумор з нами, гімн України грав на початку, да, ну що. Зараз я хотів би запросити на цю сцену, був такий вечірній кубок, в якому я навіть приймав участь. І, Артем, покажи мені. А, я бачу, що це говорить. Команда Assistant Group, виходьте, будь ласка. The Wellers і Green Boys. Зелёный человечек. А, понял. Просто так. Не, ну я думаю, вы какую-то представляете организацию там? Greenpeace, Green Boys. Celebrity? The Army. Є представник команди «Спасів Дім»?
Ну, кажуть, тут їм диплом одразу є. Його тобі, слухай, там таке враження, що це все було заплановано. Я вже не можу. Ні, він трішки. Ухитний, з характером хлопець попався. Давайте фильм. Ну, восьмерка, призеры. Команда Медилайн. Фуршет и Березняки. Но не слишком морозных, потому что болельщикам там можно было остаться без чего-нибудь. К сожалению, время не то. Ну, о зарубежном футболе говорить не будем. К тому же, я думаю, что Саша уже тут немало порассказал по поводу того, что тут есть еще. Смотрите, друзья, «Динамо» выиграла в четверг. Я искренне этому порадовался. Совершенно не стремлюсь кричать по поводу того, что игра была полная. Сами понимаете, что нам повезло, что мы отскочили и так далее. Я подхожу, пытаюсь подходить в таких ситуациях с другой стороны, со стороны позитива. Во-первых, победа. Досрочное первое место в группе, какой-никакой. Если кто-то будет говорить, что казахские команды это сложные, сейчас очень простые соперники, которых нужно обыгрывать левой ногой, я не соглашусь. Очень тяжелый перелет, дальнее расстояние, мороз и искусственное покрытие. Смотрите, вот я рассказал, почему «Динамо» в четверг сотворило просто-напросто маленький трудовой, ну или, если угодно, футбольный подвиг.
Поэтому я пытаюсь сейчас вас усердно настроить на позитив. Спасибо вам за приглашение. Который раз я здесь? Ну, в этой нашей компании. 19-й, да? 19-й. Некоторые в семьях так долго не живут, согласитесь, да? То есть 19 лет мы с вами вместе, 19 лет мы говорим о футболе, 19 лет находим какие-то новые краски для этого замечательного праздника. И для того, чтобы поздравить всех участников христианской футбольной лиги, ну и, разумеется, победителей как-то поставили с огнем, окинуть их, обнять, поцеловать, вручить призы и так далее, потому что все-таки не только участие, но и спортивный результат для нас важны. Добро пожаловать! Я бачу, вы принесли книжку, футболку, правильно? Да, я с удовольствием подарю тем, кому это будет интересно. А мы зараз розіграємо лотерейку. Олександр Борисович нам допоможе. Ось так. Віда Ноєва, то есть нова життя. Віда Ноєва, а потім нове життя. Ну, це одна і та сама команда. І от. Давіда Лока. Петр Листовой. Артем Вадимович. И сильный пот. И давайте еще одну. Артем Вадимович. Да, да. Медилай. Или фото, ты сидикаешь, встань, пожалуйста, на руку. Дякую вам. Ну, Артем Вадимович, раз вы сегодня, раз вы уже тут, то мы будем награждать кого? Правильно, выше антрионе. Ну, простите, что задержали. Ничего страшного, мы же бачили, замахили с ним. Ну, а есть чемпионы сегодня? Чемпионы пришли? Есть. Есть? Точно есть? ФК Київ, чемпіони! Ваші аплодисменти! Виходьте, друзі, отримайте свої призи! Давайте, так, ваші аплодисменти! Підтримуйте хлопців, які боролися і перемогли! Іменні? Такий серйозний підхід, виявляється, добре? Серп! Є! Ослін! Серп! Масапура, не приїхав. Давайте, ми будемо тут. Какуня Георгій. Thank you.
Сергей! Вещенко! Андрей Фешенко! Владимир Путин! Владимир! Да.
появился бомбардир наш контролер. Саша, а когда ты получаешь призы бомбардира, у тебя нет такого, да, защитника? Ты же всю жизнь с ним бомбардир. У меня такого приза тоже нет. Если тебя бомбардир. Нет, а вот такое чувство резкой неприязни. Ведь это же те, которые мешают защитникам жить. Вот идет бомбардир. Этого человека первый раз увидел, я чувствую, что ему нормально. Сказать насчет того, какая для меня честь стоять. А? Понял. Какая для меня честь стоять на этой сцене рядом с Александром Головко. И я хотел бы, чтобы вы тоже прониклись. Потому что этот человек всегда был образцом выдающегося профессионала. Не только, между прочим, в футболе, но и в жизни. Очень часто мы говорим о том, что спортсмен, как вот этот специалист по ходьбе прутковым, он односторонний. То есть вся жизнь у него проходит в спорте и там и так далее. А между прочим, Головко, он действительно, в отличие от многих, закончил не МФИС, а закончил специальность архитектура, правильно? Так? А? Между прочим, и закончил, насколько я знаю, блестяще у себя в Симферополе. И он в этом отношении большой пример для подражания нам всем. Ну, а как футболист, я думаю, он просто, ну, как только слышишь Александра Головко, так, разумеется, представляешь легендарную команду «Динамо» 97-2000-х годов. И все это такие славные, такие приятные воспоминания, такие ностальгические, такие хочется снова и снова это все переживать. Я здесь в зале вижу достаточно много молодых людей, которые, может быть, и не застали эти вещи вживую, но, разумеется, вполне могут посмотреть те самые матчи с Барселоной, те самые матчи с Арсеналом и так далее, и так далее. Подожди, ты Арсеналом? Помнится, когда 3-1 выиграли в Киеве, да? Да, есть такое. Вот такие вот моменты в нашем футболе, они заставляют снова и снова любить эту игру. Сейчас у нас не лучшее время. Не лучшее время для жизни, не лучшее время для футбола. Но храните верность. Есть такое понятие, оно очень религии, очень, на мой взгляд, актуально. Верность футболу, верность любимой команде, это очень правильно, это очень хорошо. Никогда, ни в каких испытаниях не изменяйте этому своему чувству, своей любви, своей верности. Спасибо. Як можна сфотографуватися з Прутком і Олександром Головком? Ну, якщо хтось хоче, автограф-сесія з Олександром Головком, Сем Юрійович. Можна попросити, щоб ми встали і помолимося совместно. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это время. Спасибо Тебе за то, что Ты наш мир. Говорят, спорт о спорте мир. А я хочу сказать, Христос, Ты наш мир. Ты наша жизнь. Ты есть путь истинной жизни. Сохрани всех молодых людей, Боже, всех спортсменов, чтобы они не получили травмы, особенно травмы жизненные, Боже, чтобы мы остались верными в малом, действительно, сохранили верность. Верность не только спорту, но верность евангельскую, чистую, сокровенную верность.
Я молю Тебя, чтобы во время игр, Господь, спортсмены меньше ругались и матерились. Господи, сохрани, потому что то, что выходит из уст, то и наполняет всю жизнь и сердце. Благодарю Тебя, Отче. Благодарю Тебя за семьи, за деток. Благодарю Тебя за каждое сердце, потому что важен каждый, каждый. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. И весь народ сказал Аминь. Дякую вам. Дякую вам, друзья, що грав футбол, отримали його задоволення і отримали заслужені призи. Хто хоче сфотографуватися, підходьте, будь ласка, зі мною теж можна.